Скажите пароль. This is Bad, Николь. Привет! Привет! Друзья, всем привет! Мы сейчас едем с Николь заплетать ей крутейшие косы. А куда мы едем? Как называется? G-Bar. G-Bar. Там, где... Заплетают Пупси, Кира и Надя. Да. Я так понимаю, что это их салон красоты. Очень супер модный. И мы в него решили тоже поехать и заплести там Николь косы. Николь, какой ты цвет хочешь заплетать? Ну, я помню, кстати, с этой кепкой я похожа на Надю из клипа. Так, я буду тебе, Надя, к тебе обращаться теперь все время. Надя, скажи, какие ты косы хочешь? Я помню, Пупси Кира, я видела, получается, у нее были косы в машине, допустим, у нее белые, а на солнце у нее розовые. Обалдеть. Так, ну мы сейчас тогда попросим мастера подобрать нам что-то подобное, какой-нибудь крутейший стайл для Николь. Потому что у Николь скоро фан-встреча, и обязательно должен быть крутой стайл. Обалдеть, это киндер-сюрприз. Бейсболка киндер-сюрприз. В одной бейсболке вторая бейсболка. У нас на Алисе второй этап лунтика пошел, да? Нет, мы смотрим... А что вы смотрите? Дэйв и Эва. Алисочка, ты молодец. Ты поставила Дэйва и Эву для Алисы. Для Евы. Алиса, ты поставила для Алисы. В общем, мы сейчас будем, короче, заплетаться. Кстати, мы все очень нереально голодные. И надеемся, что там можно будет покушать. Или же заказать, может быть, туда еду сразу, чтобы мы покушали. Хочется есть. А потом мы... Вы посмотрите, какая красивая у нас мама. Она... Парикмахер сходила. А потом, мы пока вам не скажем, это будет сюрпризом. Может быть, у нас еще будет одна тайная встреча сегодня вечером. Все увидите впереди. Так, мы идем в G-Bar. Кстати, этот G-Bar тут есть, должна быть, по крайней мере, какая-то детская комната. В общем, все для детей. Заходим. Мы пришли к вам заплетаться. Как у вас тут прикольно, все розовенькое такое. Прикольно, смотрите, такой чиллаут тут маленький, можно посидеть. Ну все, Николь уже, в принципе, готова. Такие вот волосы у нас будут. Вот такие. Ты такие выбрала? Да? Самый красивый цвет. Да? Слушайте, я думал, это все, а оказывается, здесь еще есть... Дом для принцесс. Наверх туда можешь подниматься? Конечно, там тоже детская комната. Так, давайте посмотрим. Тут есть детская комната, оказывается. Обалдеть. Это как домик на дереве. Кресла, рисовалки всякие. Домик с поняшками. Ух, какая качеля. Чик. Чик. Смотрите, они все одновременно катаются. Класс, слушайте, ну здесь вообще прям для детей рай. Огромный домик Барби. Так, ну пока, в общем, Николь там занимается, мы пошли покушаем. Пойдем? Пойдемте. Так, Николь, готова. Та-дам! Покажись. Круто. Правда, они тут подрезали, вот так сделали, у меня бывит фил. Ага. Ну, кстати, так прикольно с кисточками, с такими. Да, это тоже прикольно, они очень короткие. Тоже. А у тебя длиннее были, да? Да, у меня. Ну, мне так тоже нравится, классно. А тебе как? Да, они двухцветные получаются. Тут такие, как даже малиновые, что ли, переходящие в такой нежно-розовый. Алис, ну что, ты выбрала? Алиса, короче, выбрала для себя вот такой цвет. Класс, ну можно даже длиннее можно, делать. Да? Так, чтобы, да, чтобы прям длиннее было. Ну, я показала вот так, поясочек. Они сами по себе, они могут быть еще длиннее. Нет, сейчас по пояс, если будет, вообще прям хорошо. Алиску уже там доделанную. Красота. А еще, кстати, нам очень понравилось здесь. По крайней мере, для нас было очень удобно вот эта штука. Комната для типа мамы и ребенка. На самом деле и для папы тоже. Мы тут еле быстренько переодели памперс, а то обычно нам негде это делать. И мы такие, памперсы, кошмар. А тут раз, зашли, переодели, все. Ева чистая, сидит, играется. Подорвалась. Ага, игрушки. Привет. Классно. Привет, ты выспалась? Пока Николь скучно, она сходит с ума, развлекая Еву. Классно, Ева залипла, короче. Во всяких игрушках, что-то там все нашла, есть. Я вот этого вот сюрприза, которого вы еще не знали.
Да? Ну, по идее, знаете, если в Инстаграме видели, потому что это видео выйдет позже, но ну ладно. Да, все, кто, короче, в Инстаграме, все раньше узнают, да, потому что мы в сторис выкладываем. Друзья, кто не знает, как подписаться на Инстаграм Николь, внизу ссылка в описании к каждому видео есть ссылка на ее Инстаграм. Если вы хотите... На официальный Инстаграм, да. Если хотите наблюдать за ней в реальном времени, то вам нужно на него обязательно подписаться. Итак, наши уселись на горочку. Вон они, Маши. Мне с Ивуськой пришлось остаться за пределами горки, но мы потом поменяемся. Папа сядет. У нас с Евой. Я Еву вытащила из коляски. А здесь висела куча всего, у нас коляска завалилась с ней. Куча банок, куча сумок. Вот сейчас, ребята, на вот этой штуковине они будут кататься. А я поснимаю, если у меня получится. Итак, смотрим, где же они сейчас. Ну все, не знаю, получится ли у меня с Евой поснимать. Я одну руку держу Еву, вторую камеру. Ой, прямо в баллон. Так, Алиса что-то там нервуется, не пойму, то ли ей хорошо очень, то ли она плачет, то ли еще, непонятно. Так, в этот раз, короче, уже и наша мама тоже решила прокатиться со всеми. Никого нету? Ну, короче, сейчас они дождутся и поедут. Мы только что верещали на этой штуке вообще. А еще, друзья, перед этим мы встретили Надю из «Время и стекло». И сфоткались с ней в Инстаграме, выложим фотки. И Николь с Алисой прям рыдали и плакали. Николь теперь говорит, что это лучший день в ее жизни. Мы так хотели ее встретить, и вот. Все, девчонки поехали, сейчас будут верещать. О! Пошло, вот они. Вот они летят. Все равно страшный аттракцион, я не знаю, как наша мама на него согласилась. Сейчас приедет, вон она в шоке там, а ну-ка. Ну как тебе, зайка? Класс. Ева пытается из вот этой клетки достать шарики. Возмущается, стучит по клетке. Что такое, не выпускают шарики тебе совсем, да? Совсем не выпускают шарики. Что ж такое? Странно, наша мама вообще не адреналинщица. И она так согласилась легко на этом покататься. Сидим, заказали горячий шоколад и себе и мохито. Ждем сюрприз. Все равно зрители уже знают, кто там, а кто будет. Потому что в названии видео, я думаю, это будет просвечиваться. Да, будем встречаться с Лицей Бэй. Да. Мне еще сердцем так колосится, что сейчас встретила Надю. Просто жесть. Надя. Да, мы так перепугались, короче, что мы... Да, мы, короче, забыли включить камеру. Да. 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 У вас тут не заметили. Здрасте. Всем привет! Привет! Я Максим. Артем. Максим. Здравствуйте, я Максим. Максим, привет, Максим, Максим. Даня. Отлично. Николь Crazy Family. Так, ну что, банда вся в сборе уже. Мы уже все поперезнакомились. И сейчас идем кататься на аттракционы. Готовы? Да. Вперед! Побежали! Так, ну что, все вместе, короче, двигаем сейчас. Будем на американских горках кататься. Ребята, вас ждет скоро очень крутое видео, наше совместное. Открою вам маленькую тайну. Буквально скоро-скоро. С Decide Band. Они очень крутые. Николь их просто обожает. Да? Да. Оставляем ценные вещи в ящичках. И сейчас будем взлетать. Давай, кто с кем садится? Я с Сережей. Сережа. Алиска будет с Сережей. Так, Николь, по-моему, с Данилом. Давай, так, давай руку. Все, выбирайте себе место, садитесь. Ребята ушли, а у нас тут встреча с фанатами. Привет, как тебя зовут? Хочешь к нам в видео попасть? Круто, давай 5. Молодец. Друзья, сегодня был очень большой день, очень прикольный. Николь, круто было сегодня? Да. Ты в шоке? Да, мама в шоке. Мама устала. От эмоций, от людей, так Надя, много. Надя, кидай шоу популярный, Decide Band. Куча подписчиков.
Да. Мы-то отвыкли в Америке от такого. Да. Мы ходим себе, никакие мы там не звезды. Никакие мы там не звезды, обычные люди. Все, друзья, пока-пока. Увидимся с вами скоро. Да. Скажите пароль. И... Скажите пароль. До завтра, Николь. Пока-п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 ока-